Что тебе опять от меня надо? Хочешь поговорить? Домкрат тоже средневековый. О, да что за проклятие? Черт побери! Часу вы обнаружили тело? Где-то около восьми. Около восьми? Вы были в байдарке? Да, я была одна, я тренировалась. А потом... Ну, наконец-то! Где вы пропадали, Жансак? Я вас больше часа здесь дожидаюсь. Черт. Вас в жандармерии, видимо, не учили, что точность, вежливость королей. Короли, жандармерия. Знаете что, у меня проблема. Кстати, здравствуйте. Полагаю, проблема материального характера. Ну, как сказать. Всегда советую не злоупотреблять купаниями. Опоздали, да еще в таком виде. Так, вы опять начинаете? Нет, просто я ненавижу ждать. Время есть время. Некуда торопиться. Простите. Приношу свои извинения. Так пойдет? Да, пойдет. Хотя нет. Так тоже нет. Да что такое? Да ничего. Ладно. Известно, кто это? Зовут Пьер Сен-Флоран, 35 лет, разведен, есть ребенок, руководит рыболовецкой артелью из известной в Мартиге семьи. Причина смерти? Упал с лошади. Конечно, нет. Утонул, разумеется, по заключению коронера. Известно, когда умер? Скорее всего, сегодня утром. А был один? Видимо. Его пустую лодку нашли недалеко от пляжа. Здравствуй, Поль. Привет. Результат получишь завтра. Рада тебя видеть. А я тебя, Анаис. Госпожа прокурор. Анаис. И она вам тыкает. Вообще-то она очень компетентна. Представляю. Очень опасно погружаться в одиночку. И давно вы увлекаетесь погружением? 30 лет. Смотрю Таласу с самого начала. Практически стал экспертом. Оно и видно. Да, да, да.
Капитан Поль Жансак. Здравствуйте, доктор Адмон. Целую. Пока. А, впервые судмедэксперт удостоил нас своим визитом. Это потрясающе. Правда, Жансак? Да, точно. Профессиональная деформация. Вообще, я врач семейной практики. Но по запросу прокуратуры экспертизы тоже провожу. Успокаивает. Мертвые пациенты менее требовательные, чем живые. Я знал Пьера Сен-Флорана. Я старый друг его семьи. Это мотивирует. Тяжело, наверное, вскрывать друга. Да, очень. Ваше заключение? Выводы довольно интересные. Я обнаружил на теле Пьера кровоподтеки. Синяки как будто его душили. А главное, рану на затылке. По моему мнению, он подвергался насилию перед утоплением. Думаю, это преступление. Moi que je veux que tu penses quand t'es là. T'entends? M'en veux pas, c'est pas grave. C'est pas grave? Si, c'est grave. Je tiens à toi, moi. В районе Сен-Круа сегодня с 6 до 10 утра? Именно. В то время было мало людей. Мне нужны номера всех судов, находившихся тогда в море. Это будет непросто. Мне нужно будет сделать запросы. Это займет какое-то время. Причем немалое. Извините, что прошу работать. Скажете, что я лодырь? Нет, вот такого я себе не позволю. Но я в цейтноте расследую убийство, а не кражу карамелек. В цейтноте или нет, сегодня это невозможно. Я сказал. Поступим по-другому. Это расследование у меня в приоритете. Раз так, оно быстро станет вашим. Ясно? Ну вот. До скорого. Ты что, сестренка? Все нормально. Просто немного устала, спала плохо. Как поживают твои кабачки? Как видишь, отлично. Цвет что надо. Следующий урожай будет еще лучше. И с баклажанами также. Как ты любишь свои овощи? Тебя еще больше. Еще больше. Мартина? Да, мадам. Можете проводить наших гостей в пятый номер? Да, конечно. Следуйте за мной. Да. Приятного отдыха. Спасибо. У вас будет прекрасный вид. Вам точно понравится. Мадам? Госпожа Катрин Сен-Флоран? Да. А я Элизабет Ришар, заместитель прокурора. Полагаю, вам звонили из жандармерии? Жандармерии? А по поводу чего? А... Я думала, что мне очень жаль, ваш бывший муж Пьер Сен-Флоран скончался. Простите. Конечно.
вы как? Ничего. Мне очень жаль. Я думала, вы знаете. Вы же были близки. Очень. У нас ребенок. Полин. Наша дочка. Наша девочка. Высоковато. Скоро я последую за сыном. Не говори глупостей, Жан-Шарль. Ты здоров, как бык? Пьер тоже был здоров. Но его утопили. Его убили. Это не случайность. Знаю. Прими успокоительное. Вот увидишь, полегчает. Поддержи меня, Филипп. Помоги немного продержаться. Это все, о чем прошу. Нет, нет, говорю же, ей не сообщили. Она даже не знала, что ее бывший муж мертв. И как я выгляжу в этой ситуации? Совсем неплохо. Жан-Сак, будьте серьезнее. Доктор, а что вы здесь делаете? Какие-то проблемы? У Жан-Шарля Сен-Флорана резко подскочило давление. Он вдовец и только потерял единственного сына. Но он человек сильный, справится. Что он перевозит в этих цистернах? Углеводороды и химикаты. Треть французского производства. Тут зона Севезу-2. Курить не разрешается. Даже после секса. Жан-Шарль Сен-Флоран занимается перевозкой нефтепродуктов на бензоколонке. Но не думайте, что он богач. 2 года назад чуть не прикрыл лавочку. Правда? Ну да, кризис, падение нефтяных котировок. Но он с его убеждениями сделал все для своих сотрудников. Что за убеждения? Ревностный католик. В отличие от меня. Сделай, что прошу. Позвонишь, когда будет толковый график. Хорошо, Жан-Шарль. 12 часов. Если нас возьмут в оборот, нам хана. Эрик, да? Поосторожней за рулем, чтоб без проблем. Понял. Простите, вы говорили... Нет, я просто спросила. Были ли у вашего сына проблемы, конфликты, враги, любая информация? Ничего такого. У него неплохо шли дела. Он был серьезным, бескомпромиссным. Это не всех устраивало, но чтобы из-за этого убивать... Пьер был лидером по духу, как я, как мой отец до меня. Заметно. Но я с уважением отношусь к людям. Это святое, и Пьер усвоил это на всю жизнь. Он был хорошим человеком. Не сомневаюсь. Не знаю даже, хочу ли я жить дальше, когда его нет. Разве только по одной причине. Понять, почему он умер. И кто его убил. Есть кое-что. Вы о чем? Кое-что произошло недавно, но об этом нелегко говорить. Вашего сына убили, месье Сен-Флоран. Надо рассказать обо всем. Даже незначительным. Да. Между моим врачом и Пьером произошла ссора. Вашим врачом, доктором Эдмоном? Да. Из-за чего? Доктор Эдмон еще и большой друг Катрин. Катрин, бывшая жена Пьера. И, возможно, между ними что-то было. Зачем мне это? Я же не говорю, что вы убили Пьера. Я только спросила, не было ли между вами ссор. Ссоры слишком громко сказано. Поцапались немножко. И по какому поводу? Это деликатная тема. О, это останется только между нами, доктор. Все потому, что я вступился за Катрин. А подробнее? Пьер перестал платить ей алименты. Я счел это недопустимым и сказал об этом. Катрин, ваша любовница? Вовсе нет. Просто очень близкий друг. Я глубоко уважаю эту женщину и восхищаюсь ей. Черт, остальное вас не касается!
Для урегулирования подобных конфликтов есть судья по семейным делам, не находите? Ладно, после этого разговора что было дальше? Ничего не было. Поговорили, и на этом все закончилось. Пьер пообещал отдать деньги, и мы разошлись, пожав руки. Это правда. Все было перед рестораном Катрин. Можете проверить, были свидетели. Мы так и сделаем. Если времени не жалко. Простите? Да подумайте вы, это я обследовал тело Пьера. И это я сообщил о подозрительной ране на его голове. Я же мог сказать вам, что все чисто. Что он просто утонул. Без меня и дела бы никакого не было, никакого преступления. Резонно. Мы по-вашему любители. Вы могли убить, скрывая за порядочностью, которая делает вас таким симпатичным. Это ненормально. Но возможно. Но неправда. Спасибо. Спасибо за ваши показания. Замечательный буэбес. Это буррито. Но ведь в супе была рыба. Да, но белая. Приятно почитать за столом. Боялись, что терпения не хватит. Простите. О чем ваша проза? А, это хайку. Вам знакомы? А, да, немного. Это жанр японской поэзии, нет? Да, но очень сложный. Как и все японское. Ну, может быть. Хайку — это короткое стихотворение, повествующее о приходящести жизни. Вот, например, старый пруд, лягушка прыгнула, плеск воды. Что? Плеск воды? И чье это ваше? Нет, это Басё, великий мастер. Я бы написал Элизабет Мартиги, взгляд украдкой, полицейский рад. А, да? Хотя тяжеловато, если я могу высказать свое мнение. Как и расследование, если я могу высказать свое. Да? Началось за упокой. Ни улик, ни следов. Ни подозреваемых, я заплачу. Нет, нет, погодите, пополам. Хорошо. Ну ладно. Сколько раз я говорил Пьеру, ты отличный дайвер, но никогда не погружайся один. Вы тоже смотрите Таласу? Да, дайвинг – это мое призвание. Мишель Лекуфр, для друзей Мими. Поль Жансак. О, я знаю, кто вы. Вас здесь все знают. Для дам тоже Мими. Здравствуйте. У меня здесь дайвинг-центр, который работает в основном летом. Ну, как сказать? Туристы есть всегда, но платят неохотно. Итак, Пьера что, убили? Похоже на то. За что? А. Его все любили? А вы его знали? Не то слово. Мы были друзьями, часто виделись. Это был мой коллега, как говорится. А он в последнее время не делился с вами проблемами? Проблему Пьера? О, он был оптимистом. Не из тех, кто переживает по пустякам. Гуляка, любитель и любимец женщин. Влюбленный в жизнь, как я. Да, большая утрата. Поверьте, без него будет очень тяжело. Ну, пойдем? До свидания. До свидания. До свидания, Мими. Неистощим этот Мими. Обычный хвостун и болтун. О, вы думаете? Он описал Пьера противоположно тому, как описал того отец. Нужно еще разобраться, кто треплется. Смотрите, ваш друг врач. Точно. Проявим учтивость. Добрый вечер. Надо же. Добрый вечер, госпожа прокурор. Добрый вечер. А, добрый вечер. Мой друг, отец Гаспарини, Кюре. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши друзья. Добрый вечер. Добрый вечер. Кюре с воинствующим анархистом. Это оригинально. Душевные качества преодолевают догмы и разногласия, капитан. Пусть так. Скажите мне, вы знаете некоего Мишеля Лекуфра. Лекуфра. Кто ж его не знает? Странноватый тип. Неисправимый игрок. Врет, как сивый мерин. Мелкий жулик. Вечно в поисках легких денег. Мишель Лекуфр неплохой малый, не мерзавец. Но я бы ему свой бюджет не доверил. Он же был большим другом Пьера Сен-Флорана. Другом? Виделись, наверное, иногда. Лекуфр, может, и был хорошим товарищем, но говорить о дружбе... Он сказал нам, что Пьер был балагуром, веселым, влюбленным в жизнь. Что вы об этом думаете? Но мы все влюблены в жизнь, капитан. Тонкие гурманы, ценящие новые вкусы и хорошее вино. Ну, конечно же, в меру, капитан. Мне нравится ваш подход к религии. Но Пьер был человеком, как бы сказать... Неудовлетворенным. Вот ты прав.
Подходящее слово. Неудовлетворенным. Да? Неудовлетворенным чем? Он хотел бы возглавить предприятие отца. Но Жан-Шарль не собирался доверять ему борозды правления. Он жесткий. Доверяет только себе. Ладно, закончим. Ну вот, 11:13. Спасибо. 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 Хорошая игра. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Может, партеечку? Не хотите? Нет, это не для меня. Не умею. А вот я не откажусь. А? Здравствуйте. Ну что, как вчерашний питанг? 13:08. Закончил чистым коро. Ничего не поняла, но внушительно. Я все думал, кому выгодно преступление. И навел справки. Mm-hmm. У Катрин Сен-Флоран банковский счет. Ее отель на грани банкротства. А Пьер, отец Полин, и она его наследница. Вы следите за мыслью? Слежу, да. И именно Катрин будет управлять активами до совершеннолетия девочки. То есть на 12 лет. А это много. А это не притянуто за уши? Меня бы это удивило. Она чуть не упала, когда я ей сообщила о смерти бывшего мужа. Это просто гипотеза, у вас есть другая? О, да. Вы можете представить, как она убивает и топит Пьера Сен-Флорана? С молотком картина вполне реалистична. Мы можем хотя бы узнать, что она делала в момент преступления. Давайте, но только без меня. Я не пойду к этой женщине без причины. Прошу. Здравствуй, дедушка! Здравствуй. Приятного аппетита. А где папа? Он не забрал меня из школы. Идем, я объясню. Посидим вдвоем, поболтаем. И что? Я больше никогда не увижу папу. Он сейчас на небесах. Он будет наблюдать за тобой всю жизнь. Тебя на улице ждет полицейский. Полицейский? Иди, я займусь, Полин. Главное, не говори ему про малышку. Месье? Здравствуйте. Я Поль Жансак, капитан жандармерии. У меня к вам только один вопрос, но он необходим для расследования. Конечно, спрашивайте. Что вы делали вчера с 8 до 10 утра? Когда убили Пьера? Вы же не думаете, что... Я ничего пока не думаю, я веду расследование. И этот вопрос – формальность. В понедельник я была здесь, как обычно. Это время завтрака я подавала его с Мартиной, моей сотрудницей. Она может вам это подтвердить, как и наши клиенты. Это ваша дочь? Пьер был ее отцом, да. В тот день я провожала ее в школу, если хотите знать. А, вот вы где. Я возьму... Мятный сироп для мадам. Мятный сироп? О, большое спасибо. И что наша Катрин Сен-Флоран? Она была в гостинице в то утро, когда убили Пьера. И подавала завтраки. Вот видите, я же говорила. Я знала, что она ни при чем. Вы недостаточно доверяете женской интуиции. Ломитесь, как кабан. А вот я нашла кое-что интересное. Кабан вас слушает. Я просмотрела счета Сен-Флорана, и вопреки тому, что мы думали, он был в долгах, что не помешало ему выписать 3 месяца назад чек кому? Лекуфру на 20 000 евро, которые ему не вернули. 20 000 евро? Это повод для конфликта. Особенно, если Пьер пытался вернуть свои деньги. Может, поэтому он и алименты не платил? Чтобы вляпаться в такое, у него должны быть серьезные причины. Если это не суда. Что тогда? Шантаж? Ну, на него не похоже. Если это так, как он в этом признается? Ну, если быть понастойчивее. О, ты со мной как с бандитом обращаешься, Бурдом. Что за манеры? Ты и есть бандит, Лекуфр. Всех разводишь. Ради тебя стоит снова открыть Каену на 99 лет, чтобы ты там повкалывал. Будь повежливее. Спасибо, Бурдом. Бурдом? Ну, конечно. Простите.
Рада снова вас видеть, месье. Садитесь. Сначала ответьте. Почему меня задержали как преступника? В чем меня обвиняют? У меня репутация. Да, именно. Репутация лжеца. Что? Это к тому, что вы один описали нам Пьера Сен-Флорана как беспечного прожигателя жизни, гуляку, бабника. Хотели просто проверить, нет ли у вас склонности к преувеличениям. Да, я действительно немного приукрасил. Пропускал с ним по стаканчику время от времени. Болтали, обсуждали всякие дела. Как с приятелем? С приятелем? Надо же! Чтобы одолжить вам такие деньги, надо быть очень хорошим приятелем. Я собирался отдать. С чего? Мне сообщили, что вы на днях просадили в Марселе крупную сумму в покер. Вы по уши в долгах. Уже узнали. Это моя работа. Между мной и Пьером не было непонимания. Ха, ничего такого. Посмотрим. 20 тысяч евро. Так, ни о чем. Да на что вы намекаете? Представим, что Пьер Сен-Флоран потребовал от вас немедленного возврата этого долга. Вы не можете, он настаивает. Вы ищете другой способ избавиться от проблемы. Способ, скажем, более радикальный. Что вы делали в понедельник утром с 8 до 10 часов, Мими? Я спал. Один? Да. А жаль. Иногда приходится делать паузу. И разве можно заранее угадать, что тебе потребуется алиби? Ладно, чем меня доставать, поинтересуйтесь людьми, которые действительно точили зуб на Пьера. И кто это? Так вы что, вообще не в курсе, не зная Брода, суетесь в воду? О ком вы? Я о Дос Сантосах. Они не переваривают Сен-Флоранов, ни Пьера, ни его отца. Кто эти Дос Сантосы? Мартикские пекари. Их здесь знают все. Ну и почему не переваривают? Ну, они не общаются, вот и все. Это всем известно. Что вы от меня хотите? Я ничего больше не знаю. Это вражда историческая. И вам неизвестна ее причина. Правда? Мамой клянусь. Ах. Ну, если уж мамой, да. Можете идти, месье Ле Куфор, но никуда пока не уезжайте. Что за мания прерывать допрос на полдороги? Он мог бы рассказать больше. Да, конечно. Если бы мы его приперли к стенке, он бы начал блефовать. Этот тип профессиональный лжец. А я хочу вынудить его говорить правду. А с таким прохвостом надо разыгрывать многоходовую комбинацию, Жан-Сак. Как в шахматах. Как в шахматах. На вашей доске не хватает королевы. Ищите женщину, да? Немного шовинистический подход. Доверьтесь мужской интуиции, Элизабет. Должна быть еще женщина. Пьер, ты был человеком веры и человеком сердца. Наша община потеряла прихожанина, а человечество потеряло праведника. Мы будем вечно оплакивать тебя. Полин, подойди, дорогая. Держись, я скоро. Папочка, я знаю, что ты на небесах и будешь оттуда наблюдать. Но я так тебя любила, папа, и всегда буду любить. Ты в моем сердце. Мне тебя не хватает. И ты, мамочка. Папа. В чем дело? Что произошло? Почему она вышла? Друзья мои, пожалуйста. Друзья мои. Полин,
Продолжай, милая. Надо, чтобы ты был стойким. И я тоже буду. Что это за девушка вышла? Гвендолин, дочь Дос Сантосов, мартикских пекарей. Та блондинка? Да. А парень? Доминик, их сын. Те самые Дос Сантосы. Исторические враги Сан-Флоранов. Да, напряженность так и висит в воздухе. Они не появляются в обществе друг друга. Говорил же, открытая война. Но вы не говорите из-за чего? Потому что я не знаю. Вам нравится надо мной издеваться? За что вы меня арестовываете? Это мания? 5 лет за шантаж, вымогательство и тому подобное. Неплохое досье. Ну да, и что? Вчера вы болтали черт знает что. Рассказывайте нам все. Или я вас окуну. Хотя вы же дайвер. А это смешно. А если я напомню о пребывании в марсельской тюрьме, это тоже смешно. Итак, почему Дос Сантосы и Сен-Флораны враждуют? Это вы хотите узнать? Вы правильно поняли. Именно это. Из-за любовной связи, черт возьми. Чьей? Было кое-что между Ноэми Дос Сантос и Жан-Шарлем Сен-Флораном. Давным-давно. Да? Но ведь Гвендолин точно дочь Ноэми и Франсиса Дос Сантоса? Ну да, младшая. А у родителей с дочерью напряженные отношения, не думаете? Они в церкви сидели поодаль, ни слова, ни взгляда. Случается, что дети отдаляются от родителей. Дело житейское. Да, да. Но обычно у такого дела есть причина, дорогой месье. И мне показалось, что Гвендолин особенно взволновала смерть Пьера. Между ними что-то было? Насколько я знаю, нет. Просто пересекались, вот и все. А вот действительно что-то было между Пьером Сен-Флораном и Симоном Шастеном. Что, тоже связь? Нет, нет. Разборка с месяц назад. Кто такой Симон Шастен? Любовник Гвендолин Дос Сантос. А, это другое дело. Видите, месье Лекуфор, можете, когда захотите. А был выбор? Выбор иллюзии, Мими. Имейте в виду, я не стучу. Я намекаю. Лады? Лады. Мы поняли. Прошу вас. А что, можно? Нужно. Знаю, 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 знаю. Он нам еще не все сказал, но мы продвигаемся. Видите, не такая глупая стратегия. Вы лучше, Элизабет. О, это чересчур. Не перехваливайте, Жан-Сак, это слишком. Поль, не люблю, когда вы говорите Жан-Сак. Поль. Почему вы так уверены, что он не солгал? Контраст с тем, что он нес вчера. Сразу видно, когда говорят правду Жанса. Поль. Вот так, Поль. Не хочу больше тебя видеть, Симон! Но я люблю тебя. Ты у меня в сердце. Плевать! Останься! Ты делаешь мне больно! Я больше так не могу! Мне нужен воздух, понятно? Здравствуйте, месье Шастен. Дайте поработать спокойно. Ну и? А я работаю. Проваливайте. Я тоже работаю, дорогой месье, и требую хоть немного вежливости. Мадам учтиво попросила ответить на вопросы. 5 минут. А то мы неправильно о вас подумаем. Ладно, рыбалка испорчена, я на взводе. Месяц назад вы подрались с Пьером Флораном. Почему? Морские разборки. Он отправил свои суда в мой район лова. Меня это взбесило, и я разобрался. Мы не ходим вокруг да около. Понятно. Это не имеет отношения к Гвендолин Дос Сантос? Не имеет. Чего вы хотите? Вам ведь уже приходилось иметь дела с органами. Пару-тройку раз. Судимости сняты.
насилие, неоднократные драки, в основном из-за женщин. У вас горячая кровь. Я изменился. Хотя бы пытаюсь. Надеюсь, что так. Попрошу вас оставаться на связи и не уезжать из Мартига. Я и не собирался. Еще увидимся. Вы не могли бы хотя бы раз довести допрос до конца? Вот так. Значит, нет. Гасло дневное светило, Элизабет тут затмила его. Это было Хайку. Вы не заметили? Нет. Но спасибо, это мило. Мило. Спасибо за комплимент. Но вы ведь не только за этим. Нет, я пробил по базе всех, кто был на похоронах Пьера Сен-Флорана. Ну и? Ни у кого нет судимости, за исключением двоих. Первый — Мишель Лекуфор, азартный игрок. Разводил простаков, занимал у бандитов, чтобы погасить свои долги. Это мы уже знаем. И Гвендолин Дос Сантос. Организованная преступность разыскивается Интерполом. Жду звонка из ЦРУ. Нет. Ладно, нет. Но ее знает наркоконтроль. Она была подругой дилера Матьё Битара. Отброс, которому помогала толкать дурь. Когда это было? 6 лет назад. 6 лет. А потом она изменилась. Прощай, каннабис, здравствуйте, овощи. Не расстается с зеленью. Вас с утра любая мелочь смешит. А вас раздражает? Нет, нет, я просто пытаюсь сохранять концентрацию. Но хотелось бы узнать причину этого интересного превращения. А вот это я и сделал с позаранку. С раннего утра. Я поняла, спасибо. Ну и? И ее не было. Но ее брат Доминик сказал, что она часто куда-нибудь срывается. И мне пришла мысль. Матьё Бедар. Месье Бедар, мы о вас говорили. Очень приятно. Что, если я скажу Гвендолин Дос Сантос? Я отвечу незнакомо, не знаю, зачем я здесь. Как вы зарабатываете? РНК. РНК, рэкет, наркотики. Кидалово. Это вы на госпособие приобрели часы за 10 штук? Очень красивые, кстати. Спасибо. Отвечайте серьезно, или мы займемся вашим образом жизни. Проверим счета, обыщем дом. Отравим вам жизнь. Гвендолин переехала ко мне, когда ей было 18. Были проблемы с родителями, они ее достали. У нее тот еще темперамент, настоящий вулкан. То в жар, то в холод. То наорет, то признается в любви. А что за проблема у нее с родителями? А я знаю. Сделайте усилие, будьте добры. Итак? Не знаю. Насколько я понял, связь с кем-то. Опять? О-о-о. Горячие мартикцы. И ее родители не приняли этого? Да. Нет. Да не знаю. Клянусь вам. Пусть меня покарает Бог, если я лгу. Вы верите в Бога? Верю, пусть карает. Хорошо. Дальше что? А дальше, ну... Мы проникли симпатией, я взял ее под свое крыло, она стала моей. Гвендо, когда захочет, может показать тебе небо в алмазах. Гладко излагаете, прямо Марсель Паньоль. Вы слышите, Жансак? Месье Бедар в роли благодетеля заблудших овечек. Аббат Пьер с косяком. И Гвендолин помогала вам торговать наркотиками. Наркоконтроль поделился информацией. Да, раньше я этим занимался, но завязал. А, кризис. Ну и как накрылся ваш бизнес? Внезапно. Спасибо, что приехал. Ты позвонила, я примчался. Где ублюдок, который тебя избил? Просто отвези меня в Мартик. К родителям? Будут рады? Нет, к тебе. Работать на моей ферме? Только посмотри на себя. Помоги мне. Это кто? Ты нас не познакомишь? Конечно. Доминик, мой брат. Чего ему надо? Я собираюсь вернуться в Мартик.
С этим клоуном? Но ты же нужна здесь. Продавать твою дурь? Хватит, я уезжаю. Пусти ее. Не ссуй свой нос. Не выводи меня. Ты пожалеешь, Гвендолин! Перелом носа, 2 месяца в больнице. Я ее больше не видел. Между нами. Вы ее не искали? У этой девушки странный ход мыслей. Отвечаю. Ключ к разгадке – эти 2 семьи. Когда-то между ними разыгралась история страсти. 7 лет назад произошло нечто, из-за чего Гвендолин вдрызг разругалась со своим отцом. Да. И как это связано с убийством Сен-Флорана? А кто мог таить злобу? Гвендолин? Может, они встречались? Нет, он был женат. О, это не аргумент. Полно женатых мужиков, заводящих интрижки. С вами до развода такого не случалось? Я вас тогда не знал. Я не о себе. И потом, у нас же с вами ничего не было. Допустим, Пьер и Гвендолин встречались. Если не она, то кто? Кто-то другой? Из ревности? Беда? Это вряд ли. И он был у нее не один. С чего убивать его, а не другого? Нет, так мы не продвигаемся. Не продвигаемся. Нет, не продвигаемся. Месье Дос Сантос? Да. Доминик Дос Сантос? Да, это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Я прокурор Элизабет Ришар. Хорошие овощи. Нам бы попробовать. Конечно. Органические. Можно? Да. Я тоже возьму для сына. Он любит овощи. Ну, выбора у него нет. Я так и думал. Но вы же здесь не для того, чтобы обсуждать свой рацион. Нет. Чтобы поговорить о вас и вашей сестре. Она ведь здесь работает? По 14 часов, не разгибаясь. Видимо, не каждый день. Я 2 раза приезжал, ее не было. Она курьер. Доходное дело. Удачные месяцы, эквивалент средней пенсии. Да. А почему в свое время она сбежала от родителей? Поссорилась с отцом. По какой причине? Гвендолин человек с характером. Отец тоже. Нашла коса на камень. Нам рассказывали, как бы сказать, о связи, которую не приняли родители. Это пустые сплетни. Да, правда? Это вас не касается. Вы расследуете убийство, а не прошлое моей сестры. А если они связаны? Наберите килограмм персиков. Простите? Килограмм персиков. Мы будем искать убийцу минимум неделю. Попросите вашу сестру мне позвонить. Это важно. Может быть, опять ты. Я говорил, меня это не интересует. Это был хороший план, никакого риска. Просто загнать втихую. Ну же, хоть на полсловечка, Симон, пожалуйста. А? Ладно, заходи. Но только на стаканчик. Остальное слышать не хочу. Лады. На. Но выпьем. За жизнь. За любовь. Кого-то ждешь? Нет. Проверю. Не волнуйся, тихо. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis
donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc. Bravo, Gwendalyn, bravo. Les Mistral gagnants. Pas marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Raconter la terre en te bouffant des yeux. Вам помочь? Что вам нужно? Помочь вам. Я не нуждаюсь. Я расследую гибель Пьера Сен-Флорана. Я жандарм. А с виду не скажешь. Где ваше оружие? Я не люблю форму. Так вы знали Пьера? Да так. Я была с Симоном Шестеном в момент убийства, если хотите знать. Он был моим любовником, если интересно. Да. Буду откровенен до грубости, как говорит ваш друг Шестен. Я знаю, что ваши родители из Сен-Флорана из-за чего-то на ножах. И думаю, что Пьера вы знаете лучше, чем «да так», как вы говорите. Я был в церкви. У вас был с ним роман. Я прав? Поэтому вы в ссоре с отцом. Я выясню, Гвендолин. Я упрям и докопаюсь до правды. Ладно. Удачи. Соперничество гораздо хуже. Истоки взаимной ненависти до Сантосов и Сен-Флоранов в любовной истории. Это я уже знаю, спасибо. Правда? От кого? А, от Мишеля Лекуфра. Он неисправим. Но вы не знаете всего. Да, но чувствую, скоро узнаю. Ноэми Дос Сантос долгое время была любовницей Жан-Шарля Сен-Флорана. Он обожал ее. И было из-за чего. О, да. В итоге она вышла за Франсиса Дос Сантоса. Но на этом не кончилось. То есть? Уже замужем она продолжала встречаться с Жан-Шарлем. Но он и сам был женат. И его жена покончила с собой. Из отчаяния, конечно же. Понятно. Они, конечно, расстались. Но Франсис Дос Сантос возненавидел Жан-Шарля. И ненавидит до сих пор. Теперь все понятно. Спасибо, спасибо, хватит. Чудесно. И почему Франсис Дос Сантос так злится на свою дочь? Или эта дочь так злится на отца? Знаете, товарищ прокурор... Я госпожа прокурор. Как скажете. Да уж, пожалуйста. Это знают Гвендолин и ее отец. Но не мы. Прошу. Спасибо. Вот, под белое вино просто идеально. И что здесь надо есть? Только оранжевое. Пальцами? Да. Вот так. Вместо улик собираешь морских ежей. Их еще надо уметь вскрывать. Колючие чертенята. Теперь мне понятна напряженность в отношениях семей. Самоубийство матери Пьера – это ужасно. Как он вообще это пережил? Да, и Гвендолин тоже. Она носит в себе тяжкий груз. Может, двух детей, переживших одну трагедию, поэтому и потянуло друг к другу? Может, в этом настоящая тайна? Слушай. Нашли пулю, которая прошла через его сердце. Под каким углом, выясняем, но похоже на нападавший выше жертвы. Калибр 357 Магнум. Спасибо, Анаис. Не за что, Поль. Расскажите про нее. Тело обнаружил его напарник. Тураж, верно? Точно. В котором часу вы его обнаружили? Верно, около 8 утра, когда я зашел к нему. Черт, не понимаю. Почему Симон? Такой был парень. Но убивают и таких людей. Элизабет? Чего подозрительного? Звон.
Звонили из порта. В понедельник утром единственным судном, замеченным в зоне, где обнаружили тело Пьера Сан-Флорана, был траулер Симона Шастена. Нет, я не был Симоном в понедельник. Он сказал, что в этот день мы не работаем, потому что ему надо уладить что-то в Марселе. Я тогда поехал навестить маму, остался у нее на ночь. А где она живет? В Пюлубье, под Эксом. Глупее места для свидания не придумаешь. Ну что, деньги готовы? Я все видел. Выбора у тебя нет. Придется раскошелиться. А убийство это, между прочим, 20 лет. Хорошо. Целую. Это кто? Продвигаемся. Вы играете в карты? Это? А, нет, это марсельское таро. Меня хозяйка гостиницы научила. Вам погадать? В конце концов. Мы столько барахтаемся в этом деле, почему бы и нет? Итак, вы тасуете. Нет, дурачок левой рукой, правая приносит неудачу. А, простите, дурачок не очень ласково. Действительно, извините. Так, а теперь выбираете 4 карты и задаете один вопрос. Ага. Можем ли мы... Нет, задавайте про себя, глупыш, про себя я не должна знать. Глупыш не намного лучше. Ладно, готов вопрос? Готов. Вот так, ответ. Это хорошо, это... А это очень хорошо. Очень хорошо, потому что последняя карта, которую вы вытянули, колесница. А колесница – очень благоприятный знак. Так что ответ на ваш вопрос – это да. Отлично. Тогда едем. А о чем был вопрос? Поездка в Венецию. Вы и я, мы вдвоем, одни. В Венеции? Да. А не предпочтете ей бухту Халонг? Скажите, лучше проверили ли вы алиби Туранша? Понятно. Что вам понятно? Ничего. В воскресенье он действительно ночевал у матери, в Пилобье и вернулся в понедельник днем. Подозреваемым меньше. И поездкой. Да, Дурдом. Бурдом, простите. Ясно. Хорошо. Вот как раз. Свидание в бухте Халонг. Госпожа прокурор, господин капитан. Лейтенант, мы все внимание. Ведь так, Жансак? Да. Моя бригада исследовала судно Шастена, где обнаружили фрагменты гидрокостюма и кожи, особенно на левом борту. Анализ ДНК подтвердил, что они принадлежат Пьеру Сен-Флорану. Значит, он был ранен на борту этого судна. Значит, Шастен мог убить Пьера Сен-Флорана, если кто-то не арендовал его судно. Это легко выяснить. Взять на прокат рыболовецкое судно. Это не велосипед. А чьи еще ДНК нашли на борту? Только Пьера Сен-Флорана, Симона Шастена и его напарника Дидье Туранш. Спасибо, Анаис. Всегда, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, лейтенант. Это вы захотели сотрудничать с ней или это совпадение? А что говорят об этом Таро? Надеюсь, она хотя бы компетентна. Более чем. О, да. Вы видите всю массу ее достоинств. Вы прекрасны, когда сердитесь. Я вовсе не сержусь, что вы. И все равно прекрасны. Довольно. На чем мы остановились? Вы были правы. Только Шастен мог убить Пьера. Я вижу так. Он точно знал, где тот ныряет. Он ждет его на судне, драка, Пьер ударяется головой о палубу. В панике Шастен сбрасывает его в море. Вам бы полицейские романы писать, ну, или любовные, смотря для кого. Я думаю, Элизабет, размышляю, и мне кажется, факты вполне укладываются в эту картину. Да, только вам не хватает мотива. Зачем Шастену и Сен-Флорану драться? Я думаю, точно не из-за зон лова. Любовь к одной женщине. Шастен склонен к насилию. Но это не объясняет, кто убил Шастена. Это мог быть Жан-Шарль Сен-Флоран. Какой мотив? Месть. Если Шастен убил его сына. Или Доминик, брат Гвендолин, он же спасал ее от Бедара. Вполне мог повторить. Я знал про сестру и Шастена. И, конечно, не одобрял. Почему? Потому что у них ничего общего.
Сестренка чувствительная, нежная, хрупкое создание. Она романтик, но питает слабость к преступникам. Сколько раз мы с ней это обсуждали. Шастен просто животное, поигрывающее мускулами. Нет, я его не убивал. У меня есть алиби. Гвендолин знала, что я думаю, что он подонок, а она в тысячу раз лучше. Но я не хотел с ней ссориться. А у них ничего в последнее время не происходило? Ссоры, оскорбления, стычки? Я не знаю. Да я не лез в их дела. Лучше не надо. Ну что, могу я заняться овощами? Работа стоит. Да, да. Увидимся. Гвендолин. Версия «Нежная женщина, хрупкое создание». А в описании Бедара секс-бомба. Что ж, все основания подозревать Шастена в убийстве Пьера Сен-Флорена. Убедительные основания. Да, но бездоказательные. С другой стороны, хотя нам до сих пор неизвестен мотив убийства Шастена, у нас есть подозреваемые. Но никакой связи между двумя убийствами. Как трогательно Доминик рассказывал о сестре. Да, меня все больше интересует эта Гвендолин дос Сантос. Все вращается вокруг нее, как земля вокруг солнца. Это что, хайку? Нет, дедукция. Но, может, я заговорила стихами? Госпожа Журден из прокуратуры. Ответьте. Алло? Что? Черт, мы уже едем. Что случилось? Ли Куфр найден мертвым. Вот тебе и тихий городишко. Это здесь. Смерть была мгновенной. Меня это не удивляет. Врагов у пройдухи хватало. Шантаж, злоупотребление доверием. Легче сказать, кому он не перешел дорогу. Жансак? Вы говорили о партии в карты, которая плохо закончилась. Вроде бы крупным проигрышем. Да, в Марселе. А что? Вы думаете, месть? Но как? По нашим сведениям, Ли Куфр полностью закрыл долг. Да? Как ему удалось? Ему выпал флеш-рояль на игральном автомате в казино Кари. 15 тысяч. До сих пор вспоминает. Карточный долг вычеркиваем. Да. А долг чести – это не про Ли Куфра. Остается шантаж – это его специализация. Либо увидел лишнее, либо сболтнул. Как дела? Можно сказать, ничего. Кофе? Нет, спасибо. Я повидаться. Ты чудо, Филипп. Ты поддерживаешь меня со дня похорон. Как здорово иметь такого друга. Все нормально. Я знаю, какая ты. Что делала, через что прошла, и я тобой восхищаюсь. Ты добрый. Я бы сказал по-другому. Интересно, как же? Не знаю, что я влюблен, например. Надо же, настоящее признание. Я бы хотел быть тебе больше, чем другом. Раньше был Пьер. Я просто не осмеливался. Мы же не будем делать глупости. С каких пор влюбляться в глупость? Что ты хочешь, Катрин? Я вас сделаю счастливыми, тебя и Полин. Клянусь.
Что происходит? Эй, потише, я ничего не сделал! Что происходит? Надоело по капле выжимать информацию. Нужны более радикальные меры, я помещаю вас под арест. Я ничего не знаю. О, нет, вы очень хорошо знаете, почему ваша сестра и родители не общаются. Эта история вас не касается. Об этом не вам судить. Увидите. Ладно, хорошо. Расскажу, что знаю. 8 лет назад моя сестра забеременела. И не говорила, кто отец. Папа обожал Гвендолин и сильно расстроился. Их отношения испортились, она уехала. Отец смог выяснить, куда, и отправился за ней. Гвендолин. Почему ты здесь? Тебе нельзя здесь оставаться. Нет, мне стыдно. Что стыдно? Я знаю, что случилось, и я тебя прощаю. Я хочу увидеть ребенка, и я буду его любить. Едем домой, и все будет как раньше. Давай. Ребенок? Ребенка уже нет, папа. Что? Я его не сохранила. Гвендолин. Гвендолин, ты поедешь со мной. Нет, не поеду. Ты знаешь этого мужика? Нет. Свалил отсюда. Заткнись, это моя дочь. Да? И моя тёлка. Убери, а то порежешься. Да, сейчас. Папа! Ты пожалеешь, стерва! Я буду беречь тебя до последнего вздоха. Потому что ты моя дочь. И я тебя люблю. Мы всегда будем рады тебе. Наш дом твой дом. От этого удара отец так и не оправился. Думаю, он что-то принимает, чтобы забыть, но не получается. Кто был отцом ребенка? Она мне так и не сказала. А ваш отец, он знает? Не понимаю, о чем вы говорите. Надо им сказать, Франсис. Все равно они все узнают. Я ничего не скажу. Мы не сделали ничего плохого. Мы честные люди. Нам здесь не место. Это Мишель Лекуфр сказал имя отца ребенка. Ты кто тебя за язык тянул? Лекуфр пришел к нему. Где-то через год после того, как Гвендолин отсюда уехала. Хочешь узнать, кто отец ребенка твоей дочери, Франсис? Сколько за информацию? О, разве речь о деньгах? С тобой всегда речь о деньгах. Ты мать родную готов продать. Мать родную. Я детдомовский. Сколько? Ну, хотя бы 4-5 тысяч меня выручили бы. Ладно, 10 и закроем тему. Плюс гостиниц сверху. Так не пойдет, нет! Не трогай ее! О, Франсис! 10 тысяч? Ты их получишь. Лады? Супер! Ответ здесь. И что было в том конверте? 8 лет назад? Гвендолин записалась на курсы дайвинга Мишеля Лекуфра. Ей было 17. Лекуфр знал здесь про всех все. Историю любви, ненависти, секреты семей. Он фотографировал, надеясь когда-нибудь на этом заработать. Это игрок. Он стравливал людей и делал на них ставки. Ну же, вскрывай.
Сначала мать, потом дочь. Да что вы нашли в этих проклятых Сан-Флоранах? Дочь вся в тебя! Да что у вас в крови такое, проклятие! Прости. Гвендолин была любовницей Пьера? Она забеременела, когда Пьер был женат на Катрин. Дочь так и не сказала, кто отец. Мы только потом узнали, что это Сан-Флоран. Трагедия моей жизни. Никто с ней не справился. Это навечно с нами. Моя вина, что с моей дочерью такое случилось. Это вина скотины Жан-Шарля, который за тобой ухлёстывал. Когда вы прекратили отношения с Жан-Шарлем Сен-Флораном, мадам? В 1990-м. А когда родилась Гвендолин? Через 2 года. Гвендолин моя дочь, если речь об этом. И она не заговорила? Нет. Ее отношения с отцом испортились, и она уехала. И с тех пор я все копаюсь в своих ошибках. Я твержу себе, что должна заплатить за все зло, что им причинила. Вы разозлились на Пьера, когда узнали, что ваша дочь беременна от него? Да. Но если бы хотел убить, то убил бы. Я не убийца. Я хотел только спасти дочь. Заниматься ребенком. Но его уже не было. Она не вернулась. Сказала, что ей стыдно. Но я готов был все ей простить. Жан-Сак у себя в кабинете? Да-да. Поль, у меня новость. Гвендолин обратилась с заявлением о признании материнства в отношении Полин Сен-Флоран. Не понимаю, что, Гвендолин не делала аборта? А значит, они морочили нам голову с самого начала. Я здесь ни при чем. Да, прости. Вот и недостающая фигура на твоей доске, ей 7 лет, ее зовут Полин. Гвендолин действительно мать Полин, это правда. Она забеременела и захотела увидеть Пьера. Поехала в Марсель, где он объяснил ей, что у них был лишь мимолетный роман. Но не для нее. Это похоже на Пьера? На него повлияло самоубийство матери. Он так и не простил ни отцу, ни Наэми дос Сантос. Он вступил в эту связь в момент смятения. Гвендолин красивая, все мужчины поддаются ее чарам. Как она отреагировала? Хотела аборт, но Пьер был против. У нас одинаковые ценности, мы очень верующие люди. По моей просьбе он предложил ей компромисс. Он признает анонимно рожденного ребенка. Как это возможно? После анонимных родов женщина должна писать отказ от ребенка. С 2006-го уже нет. Согласно постановлению Верховного суда, отец может признать ребенка, а мать остаться анонимной. Именно так и произошло. Когда все было улажено, я развелась и начала получать алименты. Которые он перестал платить. У него были проблемы из-за Лекуфра, который его шантажировал. Он хотел придать огласке его связь с Гвендолин. И тайну рождения Полин. Вот ведь проклятие. Мне было все равно. У меня была Полин, моя восхитительная девочка. Она мое счастье, ребенок которого не дала мне природа. А год назад Гвендолин вернулась, начала крутиться вокруг нас, шпионить. И я решила с ней поговорить. Что тебе от меня нужно? Моя дочь. Твоя дочь? Ну, ты же хотела сделать аборт. Если бы тебе позволили, ее бы не было. У вас ничего общего, она на тебя даже не похожа. Полин моя дочь. Я ее вырастила, и я ее люблю. Я запрещаю тебе приближаться ты к ней. Ты не можешь мне запретить. Пьер обещал, что я смогу ее забрать, когда захочу. Ты была согласна? Вы не отнимете у меня дочь. Вали отсюда, или я тебя уничтожу. Проваливай! Проваливай! Вряд ли ей легко.
А этот Пьер Сен-Флоран, тот еще фрукт. По-моему, в реальности все еще сложнее. Хочу все выяснить. Я в жандармерию. У лейтенанта Ким есть новости. Увидимся после. После чего? Ну, после. Не беспокойтесь, Элизабет. А с чего бы мне? Пекарня Дос Сантосов. Asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. Как я рада тебя видеть! Ты хочешь забрать Полин? Но ей нужна такая, как Катрин. А я не такая? Я этого не говорил. Ты мне обещал, Пьер. Да, обещал, но... чтобы ты не делала аборт. Я люблю тебя. Люблю нашу дочь и тебя. Я тоже тебя любил. Любил. Уже нет? Может, попробуем? Ты уже свободен, ты разведен. А как же Полин? Она не поймет. Полин еще маленькая. Мы объясним, она поймет. А мой отец? Он меня убьет. Плевать на отца. Он любил мою мать. А она его, и им было на все плевать. Мы тоже так можем. Забери меня. Забери. Забери меня. Дай мне время. Мне нужно время. Если я правильно понял, вы предлагаете мне нарушить тайну исповеди. Пусть так, отец мой, но речь об убитом Пьере. Считаете, что вы помогаете свершиться людскому правосудию, откладывая божественное на потом? Катрин преследовала желание иметь ребенка. И все ее отношения с Пьером исходили из этого, но впустую. И он пустился во все тяжкие? Нет. Только когда Катрин сообщили о ее бесплодии, и когда она решила больше не предлагать себя ему, случился этот момент смятения с Гвендолин, о котором он тут же пожалел. Хотя и пожалел, я думаю, что он испытывал к ней чувства, что он любил эту девочку. Спасибо. Спасибо, отец мой. Ну что, лейтенант Ким сообщила что-то интересное? У вас такой вид? Пожалуй, да. Она сказала мне, что единственный мобильник, который засекли в Эллинге в момент убийства Ле Куфра, принадлежал Жан-Шарлю Сен-Флорану. Отцу Пьера? А баллистическая экспертиза? Оба были убиты из одного оружия. Правда, компетентно. Кто? Ким. Вот так. Что так? Можно быть красивой и компетентной, как вы. Вы говорите, что думаете? С вами, да.
можете объяснить. Это Гвендолин хотела со мной поговорить. Гвендолин, прекрати околачиваться рядом с Полин. Оставь ее в покое. Но это моя дочь. С тех пор, как я вернулась, я вижу ее почти каждый день. Для меня невыносимо, что я не могу обнять ее и сказать, что она моя дочь. Она этого не знает. Для нее мать Катрин. Нельзя травмировать психику девочки. А меня не травмировала ваша интрижка с моей матерью? Это совсем другое. Это не интрижка. Любовь к твоей матери – лучшее, что у меня было в жизни. Но были моя жена и твой отец. А я любила Пьера. Но был еще Симон. Симон Шастен. Это он убил вашего сына. Что? Это он его убил. Он бесился от ревности. И что я живу только для Пьера. Что мне его не хватает, что думаю о нем днем и ночью. Даже в постели. Шастен. Это он. Сволочь. Отвезешь меня к нему? Нет. Я приказываю. Во имя Пьера и его ребенка. Отвези меня к нему. Приказываю. Хорошо. Если заберу дочь. Это не твоя дочь. Нет, моя, и вы это знаете. Я помогу вам, а вы мне. Умоляю вас. Вы отомстили за сына? Да. Я использовал Гвендолин. Я знал, что Шастен ей откроет. Спрятался за ней и выстрелил. Али Куфр, это тоже вы? Свидетель. Да. Неудобный свидетель. Это он захотел встретиться? Нет, это я. Он шантажировал меня. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Тук на ухо, старичок. Я же сказал, принести бабки. Ты ничего не получишь. Значит, выбираешь тюрьму. А? Я не боюсь тюрьмы, а ты мерзавец. Это ты мерзавец. Если бы ты не спал с Ноэми, ничего бы не случилось. Надо сказать, бабенка была ничего. А убийство это, между прочим, 20 лет. Я пристрелил его без сожалений. Как крысу. Идем. Катрин звонила, Полин пропала. Не вернулась из школы. Проклятие. Давно она уехала? Давно. И ничего вам не сказал? Сначала я не понял, потом увидел вот это. Она сказала, что отправится за Пьером. Девочка. Что там происходит? Гвендолин! Полин! О, же черт! Что она там делает? Гвендолин! Эй! Подождите! Гвендолин!
Вы что делаете? Умереть хотите, что ли? А ваша дочь? Черт. Где Полин? Где она? Где ваша дочь? Где она? Где ваша дочь? Гвендолин, где она? Гвендолин, ответьте мне. Я не знаю. Полин? Поговорите со мной. Поговорите со мной. Поговорите. О Пьере? Да. Пьер – любовь моей жизни. Мой единственный мужчина. Но в последний раз он обошелся со мной неласково. Полин! Пройдет. Пройдет. О, нет. Полин! Полин! Дай руку. Мама тебя ждет. Она беспокоится. Идем. Моя мама? Твоя, конечно, не моя. Идем. А с Катрин вы не смогли поговорить? Вам не удалось договориться? Нет. Я ненавижу ее. Она украла Полин. Я сорвалась месяц назад на ее дни рождения. Почему Шастен убил Пьера? Из-за вас? Не понимаю, почему мы были вместе. Он заполнял вакуум. Он по мне с ума сходил. Он знал, что я без ума от Пьера и бесился. Он поджидал его, якобы, чтобы поговорить об опеке. Это плохо кончилось. Пьер неудачно упал. И потерял сознание. Симон запаниковал и выбросил тело за борт, словно это утопление. Он мне сам рассказал. Вам нужна помощь, Гвендолин. Хотите, мы вам поможем? Как я помогала своей кукле? Конечно. Знаете, как зовут мою куклу? Полин? Пять минут посидеть хочу подле тебя, на скамье на прохожих смотря, о хорошем, что было и будет мечтать, и за ручку тебя подержать, голубям-дуракам свои крошки кидать, и ногой, сидя в воздух, пинать. И услышать твой смех еще один раз. Успокоилась, чтобы душа. Рассказать бы тебе все о детстве своем, о конфетках, что мы воровали тайком, об ирисках-тянучках, карамельках за франк и сладких леденцах. И сладких леденцах. И куда деваться малышке Полин? Лучше всего ей остаться с Катрин. Она же ее вырастила. И посмотрите, она кажется счастлива. Вы говорили... Что у всех есть право на счастье? Нет.
Мечты о солнце Мартига, поле и яблоко, чтобы грызть. Отличный план с отбытием из Мартига и с яблоком, чтобы насладиться им. Хорошие новости? Красивые, очень красивые хайку. Ответ, на который вы меня вдохновили. Элизабет, вы правы, все имеют право на счастье. И мое немыслимо без вашего. Это хайку? Нет, это признание. Капитан, вы же на поезд опоздаете. Спасибо, дурдом. Я бурдом. Нет, вы дурдом. Не сердитесь, Поль. Скоро будете хрустеть яблоком. Может, хватит японской поэзии? Это не поэзия. Это план.